Красочными торжествами, в атмосфере особого вдохновения и радости, самыми добрыми надеждами и светлыми помыслами встретили туркменистанцы национальный праздник весны, Международный день Навруз. В местечке Навруз-Яйласы в трапе Акбугдая Халского вилаята раскинул свои владения импровизированный городок, воссоздающий в основных деталях туркменский традиционный уклад жизни с красочными обрядами. Здесь было сооружено большое туркменское селение с юртами, топчанами, дымящимися казанами, которое гармонично соединилось с восточным базаром с его цветистыми торговыми палатками, бойкими зазывалами и артистами, веселящими народ. Мероприятие посетили руководители министерств и ведомств страны, главы дипмиссий, аккредитованных в стране, представители СМИ, жители столицы и зарубежные гости. Участников угостили туркменскими национальными блюдами – пишме, чапаты, плов, ярма, чектерме, а также древнее блюдо семени, которое готовится из проростов семян пшеницы и муки. Мастера культуры и искусства исполнили песенно-музыкальные композиции. Театральные артисты приготовили короткие сцены в честь праздника. Здесь также отвели уголок для животных, занесенных в Красную книгу Туркменистана, среди которых была пара дикобразов. Самка дикобраза принесла детеныша прямо во время празднования. Новорожденному дикобразу дали имя Навруз. Туркмен верит, что если с приходом Навруза рождается детеныш у зверей, находящихся под угрозой исчезновения, то этот год принесет благополучие и счастье. В честь одного из главных праздников была организована выставка декоративно-прикладного искусства, концерт и национальные игры. Непременные участники всех праздничных торжеств туркмен – великолепные наездники на алтекинских скакунах. Так, с праздничным номером выступила группа национальных конных игр «Галкумыш», лауреат многих международных цирковых фестивалей.